сорт острого перца, халапеньо, нумекс, оранжевые специи. Такие вот перчики. Это оранжевый сорт халапеньо. Такие вот красавцы. У этих перчиков фруктовый аромат, компактные кустики. С каждого кустика можно собрать до 50 плодов. Эти кусты очень компактные. В теплицах они могут вырастать от 70 до 90 сантиметров. Ну, он не растет среди томатов, здесь солнышка мало, и потому они не очень крупные. Высота куста может быть от 50 до 70 сантиметров. Срок созревания от 75 до 90 дней. Острота такого перца от 15 до 20 тысяч ковелей. Плоды созревают от зеленого до такого оранжевого цвета. Вот так выглядит этот перчик. У меня получились перчинки не очень крупные, потому что кустики маленькие, солнца им не хватает. Чем больше солнца, тем выше урожай и крупнее будут стрючки. В пределах одна перчинка 12 грамм. Это у меня немножко подсохла она, висела уже. Жалко было срывать. Сейчас посмотрим. Ну да, где-то 12, до 15 грамм. Давайте сейчас разрежем и посмотрим, какая она внутри. Ну, на ощупь довольно мясистая, сочная и, наверное, толстостенная. Сейчас посмотрим. Ах, какой аромат сразу пошел. В этой стенке очень толстые. Смотрите, какие. И она очень-очень сочная. Сейчас мы как-нибудь положим, чтобы ее было видно. Вот смотрите, красота какая. Запах бесподобный. Бесподобный, ребята. Его можно выращивать у себя на подоконнике. Также можете выращивать у себя на грядке. Можете выращивать в теплицах. Он любит солнышко. Ну, так как у меня, говорю, места нет, пришлось его посадить между томатами. И урожай как бы в этом году у меня не очень. Этого перца, потому что кустики маленькие. Так я советую вам выращивать у себя его дома. Он обязательно вам понравится. Если нужны вам будут семена, пожалуйста, можете заказать их. Ссылочка нашей каталоги внизу под этим видео. В строке комментарии, в самом верху. Там есть каталог томатов, каталог перцев и каталог наших соусов. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.